Итак, ребята, очень всем привет, с вами Белаус, это очередной видос на моем канале, и сегодня я буду поднимать 16 тысяч кубков. Поехали! Так, я сказал, поехали! Все. Если честно, я даже не думал, что у меня получится это поднять. Но у меня получилось. Помните как-то? Я вот поднимал то ли 11, я не помню, то ли 10. Я говорил, что типа все, наверное, это уже последний видос по этой теме, типа я уже больше не подниму там. Я уже сейчас прокачал, а в итоге поднимаю 16 тысяч кубков. Так. Мой тиммейт, как обычно, слился. Ну, не тиммейт, а Илья. Он это хорошо играет. Ой-ой-ой. Так, нормально. Кстати, вот тот, кто не играет, Илья, он сегодня поднял 14 тысяч кубков. Вот. Прям недавно. А еще ему недавно выпал спайк. Вот он играет у него. Вот так, получай, получай. Я тебя убью. Так вот, получай. Ладно, все. В общем, ребята, я стал играть, типа, за Макс. И мне реально понравилось. Сначала я, типа, шейкерил Макс. Типа, ну, тупой бравлер. Все реально нормально. Если вы заметили, что мой канал, типа, стал резко расти. Ну, типа, как-то расти. Ну, расти вверх, то есть на нем стало больше подписчиков, больше просмотров стало. Вот заметили, ну, типа, раньше, помните, я снимал такие тупые видосики по школе. Вот недавно, я, ну, 5 месяцев назад, записал видос про Power Director, родился один мем. И он набрал 7000 просмотров, ребята, 7000 просмотров, это просто жесть. Я вообще такой сумасшедший на моем канале, никогда не было, тут бабаши на этом мире. 320 лайков уже на этом видосе, так. Блин, блин. Ну так, Илья, давай, убивай его. Это... Ладно, я его ускорил сейчас. Так, он не делает. Я сейчас очень жестко. Я бы... Так, ладно, сваливаем пока что. Кстати, как вы заметили, я накопил целую кучу ящиков уже. Сейчас я их открывать не буду, потому что вот я буду устраивать много огромное открытие. Ну, не точно большая, правда. Так, ну это, мама, думаю, конец. Так. А дурака попытаюсь еще попрятаться. Так. Не вижу, что мне закинуть, если я тебя убью. Вот в атаку. Блин. А даже спел такую крутую песенку, а Илья в итоге проиграл. Ну ничего. Так-то в целом была хорошая. Плюс 2 кубка, вот поэтому-то я взял Макс, играть снова. Честно, я вот уже сам что-то стал думать, что типа все, я слил. Уже третье место, 0. А на нас у меня еще маленький ранг, поэтому я все-таки успел поднять кубки, но не успел, а я их просто поднял. Так, быстро ломаем. Блин, ломаем, отлично. Ой-ой-ой, тут блин. Опять Илья умер, господи, что с ним не так, ну ничего. Ладно, просто надо зайти в уголок и посмотреть. Нету банок. Блин. Ой-ой-ой. Так, великий манситель Андрей. Зажмем этого кольта. Так опасно это, конечно, очень опасно. Опять мне удалось как-то свалить. Это смерть хочет убить эту тупую пулялку. Так, иди сюда. Ой, иди сюда. Ой, блин. Так, попробуй еще здесь засолить. Они на башу, так вот получается. А, они оставили свою пулялку. О, как приятно убивать такую пулялку. Так, она без пластинки, смотри. Все, получай, ладно, ладно. О, кстати, ребят, я хочу снять такой видос. 5 способов, как убить своего тиммейта в Бравл Старс. Как вы думаете, мне что-то было делать или что-то было такое видео? Ну, так. Стоп, мы подняли или нет? Я чуть не понял. Так, ладно, историка лучше. Так, ну что, как хоть дамажит? Так. Это же этот Тима. Хоть 10 банок. А я у нее пулялку сломал, блин. Она теперь на меня обиделась. Смотрите, я бы свалил. Блин, что-то палец зажался. Все, готово, отлично. Так, стоп. Надо посмотреть. Turbo time! Да, ребята, я поднял сейчас только что 16 тысяч кубков. И типа все.
Это реально все, а вот эти вот ящички, прекрасные ящички, вот эти вот. Я буду открывать, думаю, где-то, ну, будет видос, поэтому он будет очень мега крутой.